Ну вот мы уже без музыки, но у нас для вас предложение получше пообщаться с нашим гостем. Давайте я еще раз повторю, кто сегодня в эфире пятницы. Валентин Чепанов, переводчик-синхронист, член Международной ассоциации переводчиков, член Союза переводчиков России. Просим любить, жаловать и задавать вопросы. У нас сегодня очень опытный спикер, поэтому я думаю, что ему ничего не страшно. Все верно сказал, Валентин? Да, добрый вечер. Ну что ж, приступим. Валентин, очень радостно, что вы согласились сегодня поучаствовать в нашем эфире. И я уже сказала, что по нашим впечатлениям вы действительно вот прям это ваш набор супермена. Наушники, микрофон. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот вы переводчик-синхронист, переводчик английского языка. Да. Это ваш единственный язык? На переводческом факультете Нижегородского иньяза я еще учил французский, но с ним никогда не работал, поэтому сейчас работаю только с английским. Окей. Арду, я знаю, что у вас там есть прям классные вопросы. Да, есть классные вопросы, и вообще французский язык очень хороший язык. Замечательный. Рекомендую на самом деле. В университете вот он у меня как раз был вторым языком тоже, помимо английского. Хотел спросить, вот в данный момент, говоря про актуальность и востребованность переводчиков, синхронистов вот во время пандемии, что-то mm-hmm. изменилось? Вот в какую сторону? Сразу после того, как началась пандемия, было очень сложно, потому что мероприятия сразу закрылись все, прям моментально. Все конференции, все тренинги, семинары, встречи и так далее. Но очень быстро, в течение буквально 2-3 месяцев, все это выровнялось обратно, потому что люди все равно хотят встречаться, люди хотят общаться, а для этого им нужны переводчики. Мне еще, знаете, кажется, все думали, что это, знаете, ненадолго. Ой, ребят, ну подождите 3 неделечки, все победим и обратно вернемся в офлайн-формат. Ну, когда все поняли, что, ну, это надолго, навсегда, возможно, все начали искать выход. Да-да-да-да-да. Ну, вообще из этого можно как бы сделать вывод, что переводчики даже в пандемию, даже когда буйствует коронавирус или любая другая болезнь, переводчики были нужны и будут нужны, поэтому... Да, совершенно согласен. И здесь я хочу сказать большое спасибо той платформе, тому сервису, через который мы с вами сейчас общаемся, Zoom, что Zoom практически спас российских переводчиков, российских синхронистов, потому что очень быстро, я прям как сейчас помню, это были последние два дня моего последнего офлайн-мероприятия. И в предпоследний день мы с коллегой списались, я ему сказал: слушай, Леша, а тут, оказывается, в Zoom есть синхронный перевод, давай потестим. И мы его потестили, и мы начали с ним работать. Просто вот на следующей же неделе уже пошли мероприятия. Мы это предложили клиентам понравилось. И вот каких-то таких больших перебоев с работой, которые оказались бы чувствительными, ну, практически не было. Слушайте, ну а вот вопрос какой? Раз мы начали с текущей ситуации, очень интересно, вот находитесь вы в кабинке, да, понятно, что мы оторваны в кабинке от аудитории, от организаторов, тем не менее, что-то можно сделать, там, знаете, спикер пошел на сверхскорость, как говорил коллега, вот, и в том числе ваша знакомая, да, Кристина Бородина, она говорит, мы в Кандылаке, Тина Кандылаке меряем скорость спикера, в общем, пошли они там на 500 Тина Кандилаки, и вы можете все-таки как-то маякнуть, один из синхронистов может выйти, пояснить, что, слушайте, ну, ребят, это уже просто нечеловеческие какие-то усилия, что-то можно сделать, можно попросить говорить в микрофон, если спикер отвлекается. Когда это происходит в Zoom? Как это происходит вот в онлайн-формате? Как говорят французы, c'est un grand douleur. Я прошу вас перевести. Это очень большая боль. Когда спикер выходит хотя бы на одну канделаку, вот на такую скорость, это уже страшно. Поэтому
Приходится тщательнее планировать. Потому что если на офлайн мероприятии ты можешь что-то исправить вот по ходу дела, да, там, даже если у тебя оборудование полетит, все, вдруг выключили свет, ты можешь выйти и последовательно переводить. Здесь такое уже невозможно, поэтому приходится тщательно проговаривать с организаторами все возможные варианты событий, в том числе и спикеров, которые говорят на второй космической скорости. Такие случаи были и по ситуации на самом деле. Иногда можно спикеру написать в чате, но это наименее желательный вариант, потому что спикеры в этом случае сбиваются. Как правило, сами организаторы сидят и мониторят, успевает переводчик или не успевает. И уже дергают со своей стороны спикеры. А я думала... Что делаете? Но было такое, когда помедленнее, пожалуйста, говорили спикеру, причем это было по инициативе самого организатора. Мы нормально справлялись, но вот организатору было уже сложно воспринимать этот очень быстрый текст. А вообще, ну, давайте сейчас немного отвлечемся от коронавируса. Давайте. Ну ладно, но мы только начали, я думала. Я хотела, у меня еще подождите. Давайте немножко, чуть-чуть. Мне так интересно, у меня был просто вот какая Кристина как раз рассказывала. Представляете, первая онлайн-конференция, и у нее кот перегрыз провод. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то технические... Нет, это было до, то есть они проверяли звук, это история с хэппи-эндом. Но вот были ли у вас какие-то случаи какой-то технической неполадки? Причем, вот знаете, с вашей стороны, что самое-то вот такое? Интересный вопрос, да. Ух, хороший вопрос. Мне значок. Слушайте, была история, когда Zoom полетел. Каких-то таких грандиозных косяков, технических накладок с моей стороны точно не было, потому что все это тестируется, проверяется, перепроверяется. И если знаешь свое железо, свое оборудование, то можешь быстро все это исправить. Но был случай, когда Zoom полетел во время мероприятия, и заказчик очень сильно расстроился. Там как пошло, там в канале перевода было слышно не только переводчика, но и спикера. Причем их было слышно на одинаковой громкости, и получилась просто каша. Что бы мы ни делали, вот вообще ничего не получалось. И что мы сделали в результате? В результате я потом потратил еще где-то дня два на то, чтобы перезаписать дорожку перевода для этого клиента. То есть мы делали мероприятие под запись, там был небольшой семинар специализированный, и потом мы просто с коллегой взяли и перезаписали дорожку перевода за те же деньги. Ну, нет, это безусловно, ну, в смысле, что я тоже так поступила, поэтому для меня это типа, ну, как бы, да, что делать. Артур, у тебя есть еще вопрос по коронавирусной теме, или ты уже тоже пошел опять дальше вперед? Я даже не вперед пошел, я, наверное... Уже назад пошел? Прошел, может, да, назад. Я тогда только один вопрос, потому что мне как синхронисту я хочу узнать, какой момент важный. То есть когда... Вот слушайте, вот у каждого синхрониста, это как у пилота, есть определенное количество часов, которые нужно налетать перед тем, как ты якобы чувствуешь себя более-менее уверенно. Расскажите, какое количество часов вот, налетали вы и чувствуете ли вы себя уверенно? Еще один хороший вопрос, Анастасия, вы сегодня заберете этот значок, мне кажется. Вообще жгу. Сложно сказать, потому что какой-то мандраж, он всегда присутствует. И это неплохо, это наоборот хорошо, потому что он тонизирует. Главное вовремя с ним справиться. Количество часов, ну, я боюсь представить, если в рабочих днях, то это уже больше тысячи. Это, я их не считаю просто. Ну, то есть, если мы возьмем условно, что переводчик-синхронист может в год работать 200 дней, то... Ну, тысяча, да, тысяча точно есть. Тысяча дней. Сколько это в часах?
допустим, 10 тысяч часов. Все равно иногда мандраж бывает. От этого никуда не деться. Вот. А почему? Я к чему? 200 дней – это, кстати, очень много. Это слишком много, я бы даже сказал, потому что это означает, что ты работаешь каждый день и не готовишься к мероприятиям. Это плохо. Некоторые коллеги, я знаю, гонятся за количеством дней и там говорят, вот я в этом году отработал 250, но это, знаете, такое сомнительное достижение. 250. Лучше гнаться не за количеством, а за качеством. Я почему все? Не... Угу. Я почему, да. Извините, что я... У меня вопрос, конечно, очень простой. Конечно. Смотрите, а почему спрашиваю? Потому что когда работаем в кабине, то все равно есть технические специалисты, которые я ну, вот на мероприятиях, по крайней мере, вот, там, в музеях, например, там есть специалисты, они, знаете, приходят из филармонии, то есть там есть звукооператор, там есть специалисты, которые раздают, то есть они прям вот мониторят эти вещи. Наша задача, грубо говоря, просто сесть, расслабиться, насколько это возможно, и переводить. Когда вы дома, когда вы с коллегой по удаленке, либо он рядом с вами сидит, я представляю просто нервозность относительно самого мероприятия, относительно качества перевода. И вот тут, вот как вы сказали, зум полетел. Теперь расскажите, как это работает, как, кто чем занимается. Можете ли вы, я не представляю себе, но тем не менее, вдруг, вот вы переводите, и при этом, я не знаю, что настройки залазите. Поподробнее, как это работает? Как правило, есть технический специалист. У меня есть партнер, переводчик, инженер, гуру технического обеспечения синхронного перевода. Можно порекламировать ведь, да? Нужно. Алексей Сивохин. Алексей Сивохин, да, нужно контакты. Мы, да, мы пригласим. Обязательно. Я пришлю, да, и можно будет выложить. И Алексей Сивохин, с ним мы работали, он занимается техподдержкой, соответственно, мы с напарником ну, просто переводим. Если вдруг что-то полетело, нам Леша пишет, что там, у вас вот так-то, так-то, поправьте. Но это редко очень случается. В крайнем случае, если у одного переводчика что-то случилось, всегда может подхватить второй. У меня такое было недавно, вот пару недель назад, когда у коллеги вдруг соседи начали сверлить в неурочное время. И вот что ни делай, как микрофон не крути, все равно вот этот звук дрели ужасный пробивает. Ну, перекинули на меня. Я переводил, пока он ходил и разбирался с соседями. Ну и вот в такие моменты, на самом деле, хорошо, когда вот именно у вас по двое работают два переводчика. Один конечно, два. Конечно. В одиночку, в удаленке крайне сложно. Это и так-то сложно. Вот, слушайте, я сегодня даю Артуру уйти назад, но можем ли еще вопрос? А были ли когда-нибудь случаи, когда вы переводили один? Были. Всякое бывает. Так, да. Расскажите поподробнее об этом, потому что, ну, у меня тоже были, но это были... Как? Ну, это были те случаи, которые вот я пишу, и все поймут, что... Ну да, даже, мне кажется, вот коллеги согласятся, что да, вот так можно переводить одному. А вы как это делали? Это был форс-мажор, это было заранее, то есть вы осознанно на это шли. Как это было? Ну, по молодости согласился. Организаторы говорят, да, там ничего сложного не будет. Зачем нам два переводчика? Да там всего полтора часа, и кофе-брейки, и так далее. Но это особый вид перевода, этому нужно учиться, и нет. Я не возьмусь пропагандировать сольный перевод. Нет, 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 конечно, не про прогрессию, я именно только про опыт хотела сказать. У нас был, знаете, случай, мы переводили, не могу назвать заказчика, но там должен был быть только мужской голос. Это было спортивное мероприятие, сами понимаете, то есть вот только мужской голос. И переводили только ведущего. Ведущий мужчина, по правилам этикета, вы понимаете, да? Лучше мужчину переводит мужчина. Я рядом постраховывала. Но это было типа развлекательное мероприятие. То есть у нас был сценарий, что говорит ведущий, иногда он шутил, это была не проблема, и это были, знаете, как вот он объявил, как потанцевали девушки красивые, там он объявил, вышел кто-то с речью, речь переводят отдельно, ну, это, понимаете, да, то есть это 10-15 минут, и это была такая обычная абсолютно лексика, которая позволяла это делать, но у меня тоже было по молодости, я согласилась не только одна переводить, но еще и без кабины, вот так вообще делать неправильно, представляете, я сидела в коридоре, не просто в отдельном коридоре, а в коридоре, и когда это... Ай-яй.
Знаете, кто это был? На минуточку, это был Пекка Вилькайне. Это внук основателя Nokia и советник... Пекка Вилькайнен, да. Да, советник президента фонда Сколково. И это было что-то, потому что в определенный момент я услышала стук каблуков девушки, которая хотела пойти в уборную, вы представляете? Это было... У меня были хорошие наушники, но... Папа Пекушка. Да. Это был мой первый, поэтому это не надо так делать вообще. Я вас поздравляю. О, спасибо. Это было, да. На первый перевод вам попался Пекка. Да, он был восхитителен. Правда, это лучший спикер, наверное, в моей жизни. Во всех, вот, на любой языке. Моей тоже. Олег. Артур, пошлите назад. Извините. Я здесь, да. Что я хотел спросить? Я хотел спросить, вот если возвращаться к истокам, с чего все начиналось, я имею в виду вот детство, школа. В школе вот у вас была отличная успеваемость, высокая по всем предметам. Почему именно язык, почему именно лингвистическая сфера вот стала основным направлением жизни? Вы хорошо подготовились. Спасибо, я старался. Хороший вопрос, на самом деле. Почему? Потому что я родился в Советском Союзе. И в Советском Союзе было круто бывать за границей. И у профессии переводчика был такой налет гламура. Интересно. Поэтому, мне кажется, это все оттуда, и когда я пошел в школу, мне захотелось учить английский язык. Потом, когда я начал учить английский язык, у меня это стало очень хорошо получаться, и я захотел стать переводчиком, где-то в классе 8, наверное. И в 11 классе я сказал... родителям, что я поеду учиться на переводчика. Родители сказали, вот, кстати, окей, как, поехали. Да, как родители к этому отнеслись? Ну, вот как, абсолютно как... спокойно. Да. Огромное спасибо моим родителям, которые меня поддерживали во всем. Отлично. И в этой затее в том числе, поэтому после 11 класса мы сели в поезд и поехали в Нижний Новгород поступать на переводческий факультет НГЛО. Отлично, отличная история. Вообще, говорят, что когда ты изучаешь несколько языков, у тебя несколько душ, скажем так, каких-то других личностей. Согласны ли вы с этим? Да, я полностью с этим согласен. И это появляется такая новая языковая идентичность. Да, и да. Это действительно очень сильно помогает в изучении языка, особенно в постановке произношения. Я начал над произношением работать только в последние пару лет, нашел замечательного репетитора, фонетиста, Вот с ней как раз мы работали в том числе над созданием моей новой языковой идентичности, которая будет говорить на британском английском. Вот, это вообще отлично на самом деле, потому что изучение новых языков, то есть вот, ладно, первый английский, допустим, второй французский или испанский, итальянский и так далее, больше грани познаешь самого себя и непередаваемые на самом деле эмоции. По себе немножко расскажу. Давайте. Да, английский язык и французский язык. То есть два языка, я бы сказал, по своей логике, они, ну, разные. И вообще, может быть, душа немножко отличается друг от друга. Допустим, вот у нас первая пара была английского, что-то, какую-то лексику прошли, какая-то тема была. Следующая пара французского, и вот тогда чувствуешь, как сложно было именно переключиться с одной манеры мысли на другую. Вот у вас такое было, когда... французский, вот и английский был вот в университете. Когда у меня начал получаться французский, и очень повезло с преподавателем на старших курсах, она вот
привило эту любовь, и я начал думать на французском, мне сны снились на французском. Вот, поэтому до сих пор жалею, что не было возможности с ним работать, но просто в Нижнем Новгороде тогда не было практически ни одного француза, и как-то все это ушло. Но да, согласен. У меня, знаете, какой вопрос? Во-первых, у нас вопрос от подписчиков. А вот второй, давайте немножко про души, раз мы пошли в высокие материи. Кроме языков, переводчик каждый раз вникает, погружается, можно сказать, в новую профессию. И когда там неделю работаешь с медициной, там, с терапевтами, например, чуточку чувствуешь себя причастным к этой профессии. Скажите, пожалуйста, какие ваши любимые темы, какие ваши любимые профессии? Вот если бы, например, пусть меня научат, кем бы вы еще хотели стать, кроме вот вашей основной профессии? Какая вам еще близка? Если говорить о профессиях, то, наверное, это все же профессия переводчика-синхрониста, которая дает возможность залезть в шкуру специалиста, эксперта в других профессиях. Ну а какая ваша любимая вот экспертная сложно тема? Сложно сказать. Самая любимая тема – это, наверное, финансы. И психология. Сейчас немного залез в психологию, и это мне прямо очень нравится. Ну, это огромный-огромный пласт, в котором очень интересно разбираться. А тогда финансы, информационные технологии, всякие разные железки. Я проработал год в металлургической компании переводчиком, и это было невероятно интересно, особенно побывать на производстве. А какую тему никогда не возьмете? Вот просто, даже если будут умолять деньги, там, баснословные вам сулить, что никогда не возьмете? Или нет таких? Психотерапевтические сессии, наверное, какие-нибудь. Потому что у меня был один раз такой опыт, когда приходилось это переводить в режим последовательного перевода, и, вы знаете, мне после этого понадобилась помощь специалиста, потому что, когда ты пропускаешь через себя вот всю эту боль, то нужно уметь не запустить это слишком далеко в себя. А когда ты переводишь, ты все равно это как-то конечно, перевариваешь. Конечно. И вот с этим было очень тяжело. Ничего себе. Слушайте, больше я, наверное, за это не возьмусь. Вы знаете, я, честно признаться, даже никогда не думала. То есть мы слышали, да, про операции, в которых участвовали наши коллеги, прямо там, не знаю, на открытом сердце. Но действительно никогда не думали о том, что здесь тоже может нужен быть специалист, и это вообще другая история. Даже не знаю, что страшнее. Так, давайте. Это операция на открытой душе, да, получается. Ну да. Так, ух, какие мы сегодня с вами возвышены. Но тут вопросы очень такие, очень классные, но не про душу. Хотели бы узнать, а бывает ли у переводчиков производственные травмы? Горло сорвал или что-то вот подобное? Да. Бывают производственные травмы, перенапряжение голосовых связок. И это очень чревато, потому что потом можно потерять голос на пару недель. В разгар сезона это прям ужасная вещь. У меня были коллеги, которые вот как раз после работы в одиночку в течение нескольких дней в такой ужасный сезон, как сейчас, когда куча вирусов, постоянно простываешь, ноги мокнут, простыли, день отработали, и потом вечером уже все, голос хрипит, дребезжит, а на следующий день нужно как-то работать. И, да. Еще одна распространенная переводческая травма – это потеря слуха. Потеря слуха, нарушение слуха, так называемый акустический шок и его последствия. Поэтому очень важно следить за тем, как отстраивается звук на стороне спикеров, особенно в удаленном переводе. Поэтому очень рекомендуется использовать вот такие микрофоны, как у нас сейчас, да, с вами Анастасия, потому что переводчик в этом случае меньше напрягается, а когда спикер говорит через встроенный микрофон ноутбука, то приходится громкость выкручивать на максимум, и в этом случае ты можешь ее не успеть отвернуть обратно, когда включится следующий спикер, и тебе прям по ушам ударит. У меня у самого был случай, когда переводили мы правление в одной компании, и там один из участников
Там чувствительность микрофонов была выкручена на максимум, чтобы им не нужно было постоянно на кнопочки нажимать. И все равно их было плохо слышно. Поэтому громкость везде у нас, у меня была выкручена на максимум. Работал я в одно ухо вот так, как многие переводчики работают. И в какой-то момент один из участников ударил стаканом по столешнице, ну, вот так с размаху поставил его рядом с микрофончиком. И звенело у меня в ушах, наверное, дня два после этого в левом ухе. То есть я вообще почти им не слышал. И окончательно в норму пришел только через пару недель. Это прям ужасно. Ну, я, честно говоря, могу представить, это отвратительно просто. Слушайте, а никогда не было вот у вас, когда вы теряли голос, особенно вот вы говорите, работали на производстве, знаете, вот эти отбойные молотки, и там тут весь этот шум, и когда все-таки нет наших микрофонов, а когда вы работаете, например, последовательный перевод, он не так сложен, может быть, да, там для мозговой активности, но он сложен именно для голоса. Никогда не теряли в процессе работы голос? Самый сложный режим перевода для голоса – это шушотаж, да. Нашептывание, потому что ты не шепчешь, ты говоришь буквально на пределе связок. И после дня шушотажа, да, у меня было такое, когда вот я прям не могу, у меня как будто ежик в горле сидит. Расскажите, рецептики мы записываем, у нас там даже тетрадочки есть, куда нам записать. Рецепты, как восстановить голос. Вот Артур, как он еще поет у нас очень красиво, я думаю, что Артур тоже в свою тетрадочку основных рецептов зафиксирует. Молчать после этого, молчать. Хотел вот еще спросить, обращались ли вы когда-нибудь вот именно к специалистам по ораторскому искусству, там, может быть, по сценическому? Нет, да? Нет, нет. Может быть, обращусь, кстати. Работа с голосом. Было бы интересно, но, как говорят, переводчикам сценическая речь не очень нужна, потому что переводчик работает немного в другом режиме, у него с другим резонатором. Вот я сейчас могу врать просто. Это я вспоминаю те обрывки с мастер-классов Романа Матфеева, замечательного немецкого переводчика и фонетиста из Москвы, который нам рассказывал обо всех этих вещах. Следующий вопрос. Ну, это было больше к слову вот о здоровье, о гигиене голоса, что как раз вот этому учат на курсах, скажем так, сценической речи. Ораторского искусства. Да. Так, у нас следующий вопрос. Артур, зачитывайте. У нас тут еще, между прочим, накидали. Мы тут не успеваем с вами. Давайте. Вопрос, да. Не было желания сменить профессию и появится в какую отрасль пошли? Было такое желание в самом начале профессионального пути. Где-то в 2003 году. Почему где-то? Просто в 2003 году я закончил переводческий факультет, начал работать переводчиком-фрилансером, и тогда, да, были мысли, идеи пойти куда-то работать, в штат, какую-нибудь международную компанию. Пару раз я это попробовал. Один раз меня не взяли, потому что сказали, ты overqualified, слишком умный, нам такие не нужны. Интересно. Вот оно, ну да. Со стороны работодателя это было честно, по крайней мере, по отношению ко мне. А второй раз я тоже прошел собеседование, меня взяли, но на тот момент я только-только начал работать синхронистом, и мне очень не хотелось бросать то, что у меня начало получаться. И все, вот пока не ушел. Вот есть термин такой, я надеюсь, я не ошибусь, если что, поправьте меня, какое-то вот либо профессиональное выгорание, вот, или эмоциональное выгорание. Да, есть такая штука. Угу. Как часто? Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание. Ну, профессиональное выгорание бывает, когда ты слишком много работы на себя нагружаешь, а когда этот стресс начинает тебя выжирать. И у меня были такие ситуации.
Два раза это было на фрилансе, один раз, когда я работал штатным переводчиком. Это ужасно, ужасно, когда вот ничего не радует уже абсолютно, и очень сложно после этого восстанавливаться. На фрилансе было принято политическое решение не наваливать слишком много работы. То есть, да, 200 дней я могу отработать в году, но потом я буду, грубо говоря, месяц ходить к психиатру и лечиться от этого. Вот. Когда это произошло в штате, я ушел из компании. И... Ну, то есть отпустили. Я к тому, что нельзя было решить этот вопрос по-другому. Или вы уже приняли решение такое? Ну, психологически было комфортнее уйти обратно на фриланс, потому что здесь ты все-таки можешь сам управлять своим временем, задачами, загрузкой. А так, в борьбе с профессиональным выгоранием помогает режим дня. Очень важно высыпаться и иметь какое-нибудь хобби. Какое у вас хобби? Ой, я на самокате люблю по Москве кататься. Ой, классно, я по Омску. Это, конечно, наверное, не так звучит круто, да? Но тем не менее. Я бегаю по Тюмени. Во, прекрасно, прекрасно. Вот, отлично, отлично, отлично. Все бегают и катаются на самокате. У нас будет с вами... Физическая активность, да, это очень круто. Подождите, вопросы дальше. Где вам помогают ваши профессиональные навыки, кроме непосредственной работы? В личной жизни. Отлично. Если приведете пример, будем очень признательны. Если как бы какая-то таинственная тайна, мы не претендуем. Так как я могу в силу особенностей профессии выполнять несколько дел одновременно, то я могу спокойно слушать, что говорит моя жена, даже реагировать на это и в то же время, там, не знаю, смотреть кино или читать новости и так далее. А я думала переводить синхронно. Еще и следить за тем, что там ребенок делает. И переводить синхронно Владимира Владимировича Путина. Нет, нет, нет. Если Владимир Владимирович, то он занимает все мое время. Нет, это серьезно. Слушайте, а, кстати, переводили Владимира Владимировича? Да, была такая честь. Класс, расскажите. Если это таинственная тайна, мы вообще не претендуем. Да нет, не таинственная тайна. Это было... открытие волонтерской программы чемпионата мира 2018 года в Зеленом театре на ВДНХ 1 июня 2016 года. Я тогда был переводчиком Джанни Инфантино, и вот мы приехали на это открытие. Ну вот, вы знаете, у нас была коллега Лика Соколовская, она тоже переводила Владимира Владимировича, она вот рассказывает, что, ну вот прям приятно переводить, очень приятный такой спикер с поставленной речью, с такой очень комфортной, без тин канделаки, да, с комфортной скоростью. Насколько вам вот комфортно было? Очень. Ну, Владимир Владимирович, он действительно один из самых примечательных спикеров, и по подаче, и по количеству смыслов, и по тому, как он все это структурирует. Отдельная благодарность его спичрайтерам, конечно. Но когда я был преподавателем синхронного перевода у нас в Нижегородском лингвистическом на переводческом факультете, мы часто брали выступления Владимира Владимировича как учебные материалы для студентов. Ну что, ничего, он сам пишет ночью, ну что такое, как вы можете не доверять нашему президенту? А скажите, а какой самый сложный перевод? Это тоже вопрос от наших подписчиков, между прочим. Давайте, самый сложный. Неважно, по какой причине он был такой, но вот был ли. Самый сложный перевод – это перевод, к которому я не подготовился. Это было ужасно. И после этого было принято решение... готовиться вот в любом объеме, но нужно готовиться. А что за тематика была? Вот если можно поподробнее? Нам не нужны названия компании, там еще что-то. Просто вот что это была за тема, и вы не подготовились, потому что времени было мало? Или, знаете, вот как бывает у нас, просто ну, вообще ничего не выслали там. Вот программа, дай бог. Спикеры, может быть, будут такими. Что-то вот об этом будут говорить. Ох...
Я был тогда еще молодой, глупый, свежий выпускник переводческого факультета. И как все выпускники переводческих факультетов, у которых начинает что-то получаться в начале их профессионального пути, я думал, что я самый крутой. И вот это головокружение от успехов мне сослужило плохую службу, потому что было мероприятие, встреча, и я к ней не подготовился. Я даже не посмотрел, кто там будет участвовать. Мне позвонили, сказали, завтра приходи. Я такой, да, конечно, куда, во сколько? Во столько-то, туда-то. Пришел, а там оказывается... Ох, нет, мне до сих пор больно и стыдно это вспоминать. Вот, в общем, оказывается, там было что, к чему готовиться. Да, там было очень много прецизионки, там были достаточно сложные какие-то строительные вещи, термины, которые, в принципе, можно было найти в интернете. Главное было... достаточно было бы просто забить имена участников этой встречи в Google, и все бы вывалилось. Вот как раз из этого у меня такой вопрос возник. Вот сам процесс синхронного перевода. Ну, вот любое мероприятие, где требуется такой человек, переводчик-синхронист. С чего начинается подготовка? Там, за сколько дней, часов, как это у вас происходило? Причем, давайте так, давайте в идеальном мире, то есть как бы вам хотелось, и как это происходит? Да, ожидание реальность. Есть прекрасная статья Ирины Владимировны Зубановой в журнале «Мосты» о том, как готовятся переводчику-синхронисту, особенно начинающему. Я прям очень советую, погуглите, найдите. Сейчас я пересказывать не буду. И в Ютубе на канале форума «Глобальный диалог», форум переводчиков «Глобальный диалог», там, мне кажется, до сих пор лежит видеозапись замечательной коллеги Людмилы Аберфельд, которая проводила мастер-класс в прошлом году как раз по эффективной подготовке к мероприятиям. Ну, как правило, все начинается с программы, поэтому программа в любом виде, самым черновом, запрашивается, вот как только подтверждается заказ, и дальше уже ты начинаешь изучать эту программу, потому что там указаны спикеры, указаны названия их выступлений, и этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы выбрать какое-то направление для подготовки и понять, куда копать глубже, а где у тебя уже есть какой-то багаж знаний, на котором ты можешь, ну, хоть как-то выехать, и где нужно будет только подчитать дополнительно. Так, пожалуйста, Артур, зачитывайте. Да. У нас есть еще вопросы наших зрителей. Вот интересный вопрос. Хотели бы, чтобы ваш ребенок пошел по вашим стопам? Если это вопрос про то, хотел ли бы я, чтобы мой ребенок стал переводчиком-синхронистом? Да. Скорее нет. Но я бы хотел, чтобы мой ребенок пошел по моим стопам, в том смысле, чтобы он занимался тем делом, которое ему нравится. Вот и это. Выбрал ту профессию, которую он любит, и работал бы в этой профессии. Без разницы кем. Синхронистом, каменщиком, поваром, кем угодно. Главное — получать удовольствие от профессии, от жизни. Очень-очень хороший ответ. Согласна, но позвольте, вот просто мы, вот у нас больше 40 пятниц прошло, мы каждый раз воспеваем, это разумно, да, то есть раз в неделю переводчик наша звезда, мы воспеваем эту профессию. Все же, давайте по чесноку. Почему бы вы не хотели, чтобы по вашим стопам пошел в прямом смысле этого слова? Ну, если звезды сложатся, что вот негативного в том, чем мы занимаемся? Почему нет? Почему? Вот я думаю, что нашим зрителям это полезно знать. Нет, если бы он сам выбрал эту профессию переводчика-синхрониста, и если бы он мне сказал, папа, я хочу идти учиться на переводчика, то, конечно же, да. Хотя мне кажется, что там через 15 лет, когда он дойдет вот до такого момента в своей жизни, когда ему нужно будет выбирать свою профессию, очень многое изменится. Я пока боюсь представить, как изменится наша профессия, как она трансформируется, потому что вот даже в последний год-два, даже в последние полгода она трансформировалась просто самым радикальным образом. Появление удаленного перевода, которое до этого рассматривали как один из возможных вариантов
работы синхронного переводчика сейчас это, пожалуй, основной вид со своими сложностями, проблемами и особенностями. Не знаю, если он захочет, то, конечно, конечно. Но главное, чтобы он выбрал ту профессию, которая ему нравится. Я не верю в то, что искусственный интеллект нас заменит через 15 лет, но, возможно, очень сильно подвинет. Мне вообще очень-очень нравится, когда вы рассказываете, вот вы прям плавно подводите к моему вопросу. Да, мне на самом деле тоже срываете с языка. Да, да. Как раз вот у меня вопрос был о том, какой вы видите профессию переводчика, вот именно синхрониста в нашем случае, вот через 15-20 лет. Ну, частично вы уже ответили на этот вопрос, поэтому... Через 15-20 лет я, если честно, не могу сказать, но через 5 лет, мне кажется, переводчики-синхронисты будут в намного большей степени пользоваться разными техническими программными средствами, как это сейчас делают письменные переводчики, да, например. То есть сейчас профессиональный письменный переводчик без Традоса какого-нибудь, без программы CAT, он, ну, это невозможно себе представить такую работу. Да, кто-то там олдскульно на бересте в Варде переводит, но это скорее исключение. Основная профессия сейчас уже работает в специализированных программных комплексах. То же самое, мне кажется, будет касаться и переводчиков-синхронистов. То есть появляются уже какие-то дополнительные средства. Шикарная программа, очень, кстати, всем рекомендую, это Interpret Bank. Она стоит денег, но для студентов там большие скидки, ее можно купить за 6 или за 7 тысяч. По сути, это такой огромный программный комплекс, который тебе помогает и вытаскивать глоссарии из интернета, и работать со своими, потому что, ну, глоссарии в Excel-ках, раскиданные по всему компьютеру, это тоже, знаете, такой период новгородской берестяной грамоты. Сейчас нужно с этим работать более эффективно. И плюс Interpret Bank очень удобен в кабине, потому что он прям... за два клика позволяет тебе вытащить нужный термин. А если его научить, то он еще и тебе подсказывать будет термины. Вау. Слушайте, звучит просто вот космически классно. Да, да. А вот у меня вопрос. Очень важная такая информация, и я не могу ее у вас не спросить. Посоветуйте, пожалуйста, вот наши коллеги, наши будущие коллеги, возможно, что, как подойти, войти в профессию синхронного переводчика, и если можно, не только какие-то упражнения, какие-то вещи, которые мы можем именно как язык развивать, но и второй момент, технически. Какие-то семинары, вебинары. То есть это такое теперь уже, я так понимаю, как отдельная дисциплина, ее нет в университетах, очевидно, пока, но вот люди должны самообразовываться, куда идти, где смотреть, что читать. Посоветуйте, пожалуйста, мы обязательно все приложим к нашему выпуску и к вашему отдельному интервью, поэтому будем нести образование в массы. Хороший вопрос. Как бывший преподаватель, я периодически думаю о судьбах молодежи. Ну, громко звучит, но на самом деле сейчас... Будущим переводчикам приходится особенно сложно, потому что все на удаленке, да, и все те карьерные треки, которые работали до этого, они уже не работают, они поломались. Вообще все очень сильно трансформировалось. Я бы посоветовал обратить внимание на переводческие конференции. Конференции, форумы, это и Translation Forum Russia, это и Глобальный диалог, это и все остальные конференции, в том числе и международные, как BP Conference, которая проводится в Европе. И сейчас очень много проводится в удаленном формате, там огромное количество информации и возможности для общения с коллегами. То есть все вот эти вопросы, которые... коллеги задают сейчас, их можно задать и другой аудитории, пообщаться с ними, сбиться в такие кучки людей, которые похожи на тебя, которые близки тебе. Очень много разных сообществ в интернете. Это тоже можно поискать. Но мне кажется, главное не считать, что ты можешь справиться совсем в одиночку. В одиночку это практически невозможно. Так, у нас еще один вопрос. Артур, да. Озвучите. Как вы справляетесь с ситуацией, когда говорящий говорит очень быстро?
Давайте подведем, видимо, все-таки как-то алгоритмично. Хороший вопрос. Да. Здесь говорящий может говорить быстро по-разному. Он может выдавать очень много контента, да, единиц смысла, в единицу времени. Вот тогда это сложнее. Разные есть подходы. Самое главное – это успокоиться самому. Если у тебя спикер начал гнать, то лучше самому остановиться, не паниковать на секунду, вот буквально перевести дух и принять решение, что ты будешь делать дальше. Ты можешь пытаться обнять спикера, да, что называется, идти за спикером в обнимку, но в этом случае получается очень грязный текст и очень сложно выруливать. Потом уже на логические связки. По-разному, не знаю, нет готового решения. Вот прям меня озадачили этим вопросом. У меня в голове сейчас несколько спикеров, да, с которыми я работаю достаточно регулярно. И один из них выдает просто какое-то невероятное количество смысла в единицу времени. И за ним я просто бегу. И это получается. Но мы с ним, что называется, не первый год уже вместе работаем. Я примерно представляю, в каком направлении он пойдет вот в каждую единицу, в каждую миллисекунду. А есть еще один спикер, который говорит чрезвычайно быстро, но у него половина слов, которые он говорит, это, знаете, такие филлеры, ничего не значащие слова. И вот с ним как раз комфортно резать его предложение на кусочки и выдавать просто в нормальном темпе обычные простые предложения по ситуации. Ну что ж, на самом деле хочу объявить, что сейчас вот пока мы играем в лингвистическую игру, у вас есть последняя возможность запрыгнуть в наш поезд и задать вопрос. И я обещала, у нас есть такая замечательная игра, надеюсь, что вам она понравится. Мы хотим вам предложить сегодня, я анонсировала первый канал, мы его большие любители, фанаты, но мы решили дать шанс НТВ сегодня. Сегодня у нас будет НТВ. Думаю, что никто давно не смотрел телевизор, тем более эту программу, поэтому напоминаем, условия игры простые. Мы переводим название сериала, при этом даем, конечно, анонс, какое-то краткое содержание. И наша задача с вами не просто перевести, а локализовать. Да, мы в курсе, что это делают маркетологи, но давайте дадим уже шанс профессионалам, то есть переводчикам. У нас есть два текста, два. Поэтому как в университете? Первый, второй? Как вам больше нравится? Второй. Давайте, второй. Слушайте, ну вот я вот честно скажу, это было правильное решение. Я как переводчик прям поддерживаю. Артур, зачитывайте. Я зачитываю. Внимание. Брат за брата. Гарлем. Так прозвали жители спальный район одного из крупных российских городов. При попустительстве властей он превратился в настоящее гетто, где процветает торговля наркотиками, школьные учителя боятся своих жестоких учеников, способных убить за плохую оценку, а местные стражи правопорядка не рискуют в позднее время появляться на улицах. И все давно махнули рукой на проблемный район, и только капитан полиции Игорь Светлов готов рискнуть собой и дать отпор взорвавшимся бандитам. Ох. Я считаю, это гениальное описание. Я же говорю, знаю, что гениальнее. Брат за брата, напоминаю. Можно не так назвать, но в смысле, что можно просто по сути, сути самого сериала. Да, да. Угу. Вот опирайся на описание. Так. Вот у меня, конечно, мысль такая. Я задумался прям. У меня мысль проста. Russian ghetto. А, кстати... Так, не мудрство и лукаво. Знаете, первая мысль, которая приходит в голову, ну, конечно, стоит, наверное, подумать. Тут нет провинциальности, понимаете? Нет налета вот этой безысходности провинциального города. Такие, да-да-да, из Омска, и Тюмень, да. Welcome to Russia. Welcome to Russia. Make yourself comfortable. Mm. А нужно перевести название? Да, или нужно перевести... И подводку тоже? Нет, да. Ни в коем случае. Просто название таким образом, чтобы оно подходило. Потому что вы слышите, да, брат за брата, мы вам прочитали краткий анонс. Они не всегда соотносимы друг с другом, и поэтому мы можем вообще придумать свое название. Главное, чтобы продалось Netflix, понимаете?
НТВ, конечно. Ага. Гарлем, гетто. И тут Игорь Светлов, да, появляется? Вообще, кстати, Игорь Светлов. Прекрасно. Russian ghetto. И такой просто the main hero Игорь. Ага. Мне очень нравится Russian ghetto. Да, мне тоже нравится. Какой-нибудь... Ну нет, не CSI Russia. Я вот, знаете, я почему-то вспомнил, я не знаю, почему вспомнил вот трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Я не знаю, почему. Вот именно последние строки, Игорь Светлов. Где... Игорь Светлов, да, готов с собой и дать отпор бандитам. Такой же... Да, и Netflix же любит, да? The Light Knight какой-нибудь. Russian, ну, конечно же, да? Russian обязательно, да. Светлов, светлый, light... Да. The Night of Light. The... Да, да, да. Отлично. Представьте, Игорь Светлов, Lightman, отлично. Я же вам говорю, это лучше, чем в оригинале. Хотите ли вы узнать, какой был первый? Давайте. Слушайте, сейчас вы сделаете так. Фух. Название. Аз воздам. О, батюшки. Слава Принесло. Богу, да, что это было, брат за брата. Так, ну что ж, на самом деле, вот не успели вы, уважаемые зрители, in time, поэтому хочу попросить вас, пожалуйста, Валентин, вот в качестве, так, напоследок, дайте, пожалуйста, ценный совет опытного человека, опытного переводчика нашим коллегам, нашим начинающим будущим переводчикам, люди, которые хотят вот стать синхронными профессиональными специалистами. Главное, не паникуйте, не теряйтесь, будьте открытыми, общайтесь с коллегами, учите русский и учите иностранный. Но самое главное — русский. Вот, как завещал великий Валентин Чубан. И не пытайтесь совсем справиться в одиночку. На самом деле это очень важно, да, вы правы, переводчики, они бывают, знаете, да, такие очень... одинокие волки буквально, да. Есть такая у нас особенность в нашей профессии, это нужно рушить. Да. Спасибо вам огромное, да, Валентин, что вы провели нашу, вот с нами этот вечер пятницы. Это было восхитительно. Пожалуйста. Спасибо. Мне было приятно. И я надеюсь, что наши подписчики посмотрели и как-то заразились идеей, даже вдохновились, тут лучше сказать, заниматься языками. И, как мы сейчас узнали, учить русский язык. Поэтому самое главное — это русский, да. Ну что ж, прекрасного вам, прекрасной пятницы, выходных, ну и, конечно, интересных проектов, приятных спикеров и никаких тин-канделаки. Спасибо большое. И вам того же. До свидания. Спасибо. До свидания. Успехов. До свидания. Перебуду в города.